Итак, Ева стала женой Адама, а Адам – ее мужем. Ева была счастлива. И Адам тоже. Они не стеснялись своих чувств и не стыдились своего тела. Они могли есть плоды любых деревьев, кроме плодов древа познания добра и зла. Но случилось так, что в Эдем пробрался дьявол, приняв образ змея. И спросил он Еву: «А с этого древа плоды пробовали?» «Нет», — ответила Ева. «Бог сказал, что мы умрем». «Не умрете, но откроются глаза ваши». «Ух ты!» – удивилась Ева. А змей продолжил: «Будете, как Бог, все знать». И подмигнул. Ева поверила змею и сорвала запретный плод. Половину она съела сама, а другую отдала Адаму. Съели они плод, и открылись глаза их. «Адам, не смотри на меня, мне стыдно», – сказала Ева. «Мне тоже», – ответил Адам. И тут у Бога возник вопрос. Устыдившись своей наготы, Адам и Ева действительно попытались спрятаться за деревьями. Но Бог сказал им: «Я вас вижу, выходите». «Мы не можем, мы голые», – сказал Адам, прикрывшись листом смоковницы. «Как вы узнали?» – удивился Бог. «Не ел ли ты плоды, которые я запретил тебе есть?» Ева захотела ответить, но Адам опередил ее. «Это не я, это все Ева», – воскликнул он. «В смысле?» – возмутилась Ева. «Это все змей?» – сказала она. И сказал Бог змею: «Вечно ползай и живи во вражде с человеком». А Адаму сказал: «А ты, Адам, будешь добывать свой хлеб в поте лица». А Еве сказал: «В болезни будешь рожать детей». И выгнал всех троих из сада Эдемского. Вход в него теперь преграждал им ангел, держащий в руках огромный огненный меч. Так у Адама и Евы началась самостоятельная жизнь. А что из этого получилось, смотрите в следующей серии.